Доброе утро. Мы, как обычно, подождем несколько минут для опоздавших. Вот, я пока скажу, что я понемножку научаюсь работать в среде дистанционных лекций и приобретаю соответствующие навыки, что нажимать. Наверное, вы тоже замечаете, что в основном как-то лекции проходят более гладко. Особенно я хочу сказать спасибо всем, кто решает задачи и задает вопросы. Вот это очень помогает, и кроме того, это потом будет использоваться и в записи лекций. То есть, как вы помните, с одной стороны, у нас есть просто слайд, вот презентация, выкладываемая в интернете. Ну, к сожалению, незадолго до лекции, но будем стараться это тоже улучшить и выкладывать, стараться заранее. Но все-таки перед лекцией пока что получается. Кроме того, вот запись, которую мы готовим со Skill Factory, заранее перед лекцией, ну и запись самой лекции, где иногда там я исправляю какие-то неточности, просто ошибки, которые вкрались в мое выступление. Вот. А главное – это то, что там есть взаимодействие с вами, с теми, кто задачки решает и задает вопрос, как я уже говорил. Мне кажется, что это помогает, создает некоторый целостный курс. Вот. Ну, также вот мне вроде бы удается реализовать ту идею, ну, выглядящую априори довольно такой экзотической, что можно прочитать курс лекций по довольно, в общем-то, технической математике, которая относится к математической логике теоралгоритмов, но на таком идейном уровне, чтобы обсуждать в основном идею, как мы решаем ту или иную задачу, помогать вам самим это решение найти, ну и, если нужно, оформить с помощью формул. И вот мне кажется, в таком устном рассказе, а еще лучше, как я уже сказал, в устном диалоге, ну, с некоторыми иллюстрациями, я буду стараться их готовить побольше, хотя иллюстрацию трудновато всегда нарисовать, проще сказать. Но, тем не менее, надеюсь, что картинки тоже будут использоваться и помогать. Может быть, мы даже добавим этих картинок в окончательную версию курса, когда она уже будет готова, там, в декабре, и можно будет использовать ее при подготовке к экзамену. Ну, или просто для повторения для тех, кто, скажем, будет уверен в том, что он совсем разобрался, и на экзамене ему точно поставят пятерку, он занимается на упражнениях тоже. Вот. Но все равно полезно будет вернуться, может быть, и к слайдам для быстрого повторения, и к лекциям, если хочется посмотреть и послушать, ну и к диалоговым лекциям, чтобы полностью восстановить те или иные доказательства, ну, которые, повторяю, можно записать с формулами на бумажке во время подготовки или сдачи экзамена. Вот, ну вот, сейчас будет 5 минут, и я начну уже рассказ. Добрый день. Очередная лекция по математической логике теории алгоритмов как одной из основ дискретной математики. Мы сегодня будем говорить о теории моделей, ну, о самых начальных базовых фактах этой теории. О чем идет речь? Ну, понятие моделирования, оно встречается в математике в самых разных областях. Но в данном случае можно считать, что то, что называется стандартно теории моделей, это то, что связано с традиционной алгеброй. Вот есть формула, есть формальное выражение в языке, есть какая-то математическая реальность, соотносимая с этими
выражениями, формулами, высказываниями и так далее. Вот примерно об этом и будет идти речь в сегодняшней лекции. Ну и мы вернемся к теме компактность, которую мы рассматривали на прошлых лекциях. Соотношение конечного и бесконечного рассмотрим. Примеры вот теорий, так называемых, которые тоже рассматривались в связи с построением модели для теории. У нас теории будут более стандартные, здесь только с утверждениями, без опровержений. И в качестве основных примеров базовых мы рассмотрим теории упорядоченных множеств, теории порядка. А дальше такое центральное базовое понятие, как элементарные эквивалентности. Просто у разных объектов, разных структур может быть одна и та же теория. Собственно, вот об этом будет идти речь. Дальше будут критерии элементарной эквивалентности и некоторые теоремы, связанные с разными мощностями, в которых могут быть построены модели тех или иных теорий. И в конце, может быть, мы затронем вопрос о полных теориях, которые все можно ли доказать или опровергнуть. Ну вот, обычные сокращения у нас здесь. Напомним некоторые, ну или дадим заново, некоторые определения обозначения. Вот мы часто говорим о том, что, описывая, с одной стороны, язык конкретный, с другой стороны, структуру какую-то, мы употребляем наше понятие, представление об именах. Именах для объектов, элементов универсума, о котором идет речь, и имена отношений, местных отношений на этом универсуме. Если имена объединить в одно общее, то это будет называться сигнатурой. Кажется, сигнатура еще используется в медицине, но в данном случае речь идет просто о списке имен и имен для объектов и для отношений. Ну, таким образом, если формально описать то, что мы уже использовали под именем структура, это область и универсум, о котором идет речь, куда мы берем элементы, о которых формулируем те или иные утверждения, свойства, отношения и так далее. И это сигнатура, то есть список имен, конечный, бесконечный, может быть, даже несчетный. Эта ситуация иногда у нас будет возникать, имеет смысл. И вот то, что называется здесь значение, то есть функция, отображающая имя в отношение или объект в нашей структуре. Ну, чтобы не загромождать доску и наше представление заодно, наше зрительное восприятие, мы будем использовать векторные обозначения для цепочек, неважно какой длины. Ну и дальше D-звездочка, вот такое обозначение, если D какая-то, какой-то универсум, ну или вообще какое-то множество, включает в себя множество цепочек разной длины. Цепочка длины 0, пустая цепочка, длины 1 просто элемент D, цепочка длины 2 и так далее. Значит, итак, мы рассмотрим ситуацию, когда вот сигнатура у нас фиксирована, а универсум и значения для имен будут разные. Ну, один из классических примеров – это группа. В группе имеется сигнатура, устроенная довольно просто. Там есть имя для нейтрального элемента, для единицы, ну или в Абелевом случае для нуля. Там имеется двухместное отношение перехода к обратному. Ну, одноместная операция, мы из элемента А там делаем элемент А в минус первый, да? Или то же самое двухместное отношение. Х равняется Y минус первый. Ну и, соответственно, трехместное отношение произведения. Все, сигнатура фиксирована. В ней сколько сейчас? Три элемента, да? Элемент для объектов нуля, единицы, элемент для отношения обратного и элемент для отношения произведения. Три элемента. А вот конкретных групп есть, конечно, огромное множество, там огромная наука, важная и интересная, для разных областей, ну, сама по себе для математики, в других областях математики, физики, теория групп, рассматривают группы как конкретные структуры вот с такой сигнатурой. Вот понятный пример. Ну, скажем, там теория конечных групп – это тысячи страниц в попытках описать вот простые конечные группы и так далее.
Ну, теперь простое обозначение. Вот если М – это некоторая структура, то вот этот самый двойной штопор означает, что та или иная формула, в которой используются имена x1, xn, и вместо них мы подставляем значение, используются, прошу прощения, имена x1, xn, конечно, это переменные. И вот вместо этих переменных мы дали какие-то имена объектам, не сигнатура или сигнатура, неважно, дали какие-то имена, подставили их в эту формулу и получили истинное утверждение или ложное. Вы помните, что для этого мы рассматривали контексты, да? Значит, мы говорили о том, что если зафиксировать значение всех переменных, всех-всех-всех, бесконечного количества, то это контекст, и этот контекст уже фиксирует значение всякой формулы, в том числе формулы, содержащие свободные переменные, как в нашем случае. Ну вот, тривиальное замечание, такое простое упражнение. Опять-таки, как всякие другие вещи, можно делать это индукцией по построению формулы, хотя это и так понятно, что значение формулы определяется только значениями свободных переменных, которые в нее входят, ну а другие переменные можно взять любыми. Ну и напоминаю, что истинность для высказывания, то есть формулы без свободных переменных, ну, тоже можно определить индуктивно, ну, вот на основании тех уже соображений, которые здесь были высказаны. А есть ли вопросы по тому, что я сейчас рассказывал? Ну, кажется, нет, это все всем давно известно, понятно. Я просто подробно это объяснил для некоторого разгона, так сказать. Можно вопрос по формулировке утверждения там на прошлом слайде? Ну, давайте попробуем к нему тогда вернуться. Да. Да, вот что значит «не зависит от элементов контекста»? Ну, вот я напомню, что контекст – это была последовательность, бесконечная последовательность элементов универсума D. И содержательный смысл, ну и формальное определение такое, что мы переменной x1 присваиваем значение первого элемента этой последовательности, первый элемент контекста, элементу переменной x2, второго элемента контекста и так далее. Ну, таким образом, при формальном определении, которое нам удобно использовать, значение всякой формулы определяется всем контекстом. То есть, какое значение присвоено x1, x2 и так далее до бесконечности. Но реально, если в формуле есть только переменные там, x4, x5, то x4, x5 влияют на значение формулы. То есть, какие именно объекты мы выберем для x4 и x5. А все остальные не влияют. Вот, собственно, и все. Понятно? Понятно, спасибо. Спасибо. Решение формулы, хотя это и так понятно. Да. Когда мы в конце говорим, что f истинно в m, когда уже не стали подставлять a, это значит, что она при любых a истинна? А здесь, смотрите, мы сказали, что значение формулы, у которой переменные, скажем, x4, x5, определяется значением x4, x5. Ну, а теперь есть у нас среди формул то, что мы называем высказывания. Высказывание – это формула, где вообще нет свободных переменных. Это очень важный вид формул. Вот когда мы формулируем какие-нибудь там аксиомы теории групп, мы говорим, для любого x1, x2, x3 будет там ассоциативность. Это высказывание. Вот истинность высказывания не зависит от контекста вообще. В данной структуре истинность высказывания уже фиксированная величина. Это или истина, или ложь. Понятно? Понял, спасибо. Спасибо. Что значение формулы определяется только значениями свободных переменных, которые в нее входят, ну, а другие переменные можно взять любыми. Ну, и напоминаю, что истинность для высказывания, то есть формулы без свободных переменных, ну, тоже можно определить индуктивно, ну, вот на основании тех уже соображений, которые здесь были высказаны. Теперь одно важное замечание – одно из самых универсальных отношений и самых универсальных символов математики
это символ равенства. Вот он здесь есть на экране. И обычное его понимание – это то, что два объекта просто совпадают. Равно двум, и два неверно, что два равно трем. Вот. Хотелось бы, чтобы у нас заранее договориться, что значением вот этого символа равенства в наших структурах, в наших моделях было бы в точности совпадение элементов. Считать, что вот есть структура, там группа, и два элемента оказываются равны, хотя на самом деле не равны, это было бы неудобно. И задача стоит в том, как этого добиться. Как добиться, чтобы в любой модели теории, то есть там, где теория истина, значением имени равенства было просто совпадение элементов. Ну вот это такая задача, это не предлагается для вот, немедленного решения. Мы сейчас обсудим, как можно к ней подойти. Но сама по себе ситуация, состоящая в том, что мы, имеем некоторую теорию, можно ли добавить в эту теорию какие-нибудь аксиомы, чтобы значением вот такого имени равенства было бы просто совпадение объекта, совпадение элементов. Как вы думаете? Ну да, можно, наверное, можно. Можно потребовать, чтобы если два элемента совпадают, то они совпадали также на всех предикатах и на всех функциях. Понятно. Понятно. Спасибо. Да, это естественная идея, но в том, что вы говорите, используется слово «совпадает». Вот в теорию мы как раз совпадение ввести не можем. Способ введения совпадения в теорию хотелось бы, чтобы это и было равенство. Но ваша идея, в принципе, правильная и разумная. Только напомним, что мы для простоты функции вообще не рассматриваем, а считаем, что у нас есть только отношения, или, как вы говорите, правильно в соответствии с общепринятой терминологией, видимо, вы с ней познакомились где-то. Это называется предикатом, называем это отношение. Ну и, соответственно, вот как быть, не очень вот, понятно. Подумайте некоторое время, есть ли тут какие-нибудь идеи. Вот. Ну вот мы идеи уже обсудили, что... Вот... Ну, конечно, понятно. Одним из вариантов здесь может быть то, что мы просто договариваемся, что среди разнообразных значений мы оставляем только те, когда вот это равенство, мы просто заставляем его быть совпадением. А вот. Но есть немножко другой путь, который мы сейчас опишем. Ну, что такое, собственно, равенство? У равенства есть некоторые очевидные свойства. Во-первых, равенство – это есть отношение эквивалентности. Отношение эквивалентности у нас уже бывало, и вы помните, что эквивалентность – это такое двухместное отношение, которое обладает свойствами, понятно какими, это рефлексивность, а объект эквивалентен самому себе, да, это симметричность, если объект эквивалентен другому, то и тот эквивалентен первому, и транзитивность. Один эквивалентен другому, другой третьему. Тогда первый эквивалентен третьему. И другое свойство, класс, вернее, свойств, можно сказать, класс формул, он вот как устроен. Если у нас есть в нашей структуре какие-то другие отношения, помимо вот этого равенства, то замена на равные не меняет этого значения этого отношения. Да, если мы подставим вместо равное равным, ну вот евклидовская формула, то всегда у нас отношение сохранится. Назовем теорией с равенством такую теорию, у которой в языке есть символ равенства, и в которой, а теория, помните, это у нас множество формул, да, множество высказываний. Среди вот тех утверждений теории, ну, а я уже упоминал, что сегодня мы не будем рассматривать опровержение теории. Среди утверждений теории имеются вот и эти самые свойства равенства. То есть вот равенство – это эквивалентность, и замена на равные сохраняет все отношения этой теории. Вот такую теорию мы называем теорией с равенством. Следующее определение, что если вот так произошло, как мы исходно хотели бы, чтобы равенство означало совпадение элементов, то тогда такая модель теории, то есть структура, где выполнены все высказывания теории, называется нормальной. Ну и вот упражнение на тему, вот, которую мы сейчас обсуждаем, про равенство,
Несложная совсем тема и несложное упражнение, но важно просто нам с этим разобраться и идти дальше. У всякой невыполнимой теории с равенством есть нормальная модель. То есть если у нас есть модель, где множество объектов похожие во всех отношениях, ну вот, которые можно подставлять один вместо другого во все отношения, то можно устроить другую модель, которая уже будет нормальной. То есть все утверждения будут верными, равенство будет означать совпадение. Давайте подумаем. Да, я хотел сказать, что ну, если они вот прям такие неотличимые, то можно же просто их факторизовать. Ну да, есть такое научное слово факторизация, спасибо большое. Оно означает, что мы элементами новой модели объявим просто классы эквивалентностей. Вот когда мы будем считать, что элементы эквивалентны? Ну вот когда у них выполнено это самое свойство, которое называется у нас равенством. Значит, действительно мы рассматриваем в качестве элементов новой модели классы эквивалентности старой модели, ну и теперь уже равенство будет означать совпадение. Ну вот мы сообразили, что на самом деле нужно действительно вести такое отношение эквивалентности и элементами нашей новой модели объявить просто классы эквивалентности. То есть вот те объекты, которые можно безболезненно подставлять во все отношения, на самом деле можно объявить одним классом эквивалентности. И вот теперь в нашем новой модели станет, может быть, меньше, может быть, столько же, может быть, четное количество, может быть, в конечном случае уменьшится количество элементов, для которых уже будет теория нормальной. Ну и вот так мы и дальше будем считать, что все теории с равенством, а все модели нормальны. То есть, если мы видим в какой-то формуле, что что-то чему-то равно, и эта формула оказывается истинной, выполненной в каком-то контексте, то это означает, что просто это один и тот же элемент нашей структуры. Давайте теперь посмотрим на очень простую ситуацию. Пусть наша теория с равенством, все в порядке, и в ней вообще сигнатура содержит только равенство, больше ничего. И вот посмотрим на такую теорию, состоящую ровно из одной формулы, из одного высказывания. Существуют такие объекты x1, xn, элементы универсума, что всякая y равняется x1 или y2 и так далее до xn. Ну, при каком-то n, например, там вот при n равном 6. Ну, наугад взятое число, конечно. Что означает вот это высказывание, каковы модели этой теории? Давайте подумаем. Какой? Ну, получается, в теории не больше 6 элементов. Ну да, но только мы немножко еще путаемся с терминологией. Значит, мы в теории у нас, как видим, один элемент, просто одна формула. Ну а модели этой теории, то есть такие структуры, где эта формула истина, это такие универсумы, в которых не больше 6 элементов. Ответ совершенно правильный. Ну да, действительно, мы сообразили, что это просто универсумы, в которых не более 6 элементов. Ну, напоминаю, что модель нормальная. Если бы модель была ненормальной, то можно было бы каждый из этих 6 разных элементов размножить какое-то количество одинаковых, то есть таких, что они между собой были бы равны. Но раз модель нормальная, так, такое невозможно, значит, элементов будет не больше 6. Ну, следующее упражнение вот какое. Бывают ли теории, у которых нет бесконечных моделей, но для каждого натурального n есть модель, содержащая n элементов. Да? Значит, вот теория, то есть какая-то система высказываний, конечное, бесконечное, любое количество высказываний. И вот оказывается, что ни в каком бесконечном множестве, повторяю, модели нормальные, не получится, чтобы все эти высказывания были бы истинными. А для каждого n существует модель из n элементов. Давайте вот на эту тему подумаем. Как тут быть?
качестве подсказки. А если... Заметим, что... Да. Да, я хотел сказать, а что если включить в теорию, например, две формулы, ну или даже одну формулу, вот такую, у нее в одной части определение, например, отношений порядка, и написать, что вот отношения порядка и относительно этих отношений, этого отношения порядка есть минимальный или максимальный элемент. И получается, да, в бесконечных теориях это не будет реализовываться, а в конечных будет. Ну, опять-таки, не в бесконечных теориях, а в бесконечных моделях. Моделях, да. Да, да. Ну, понятно, да. Вот. Ну вот, да, например, рассмотрим такую модель порядка. Это отрезок 0,1 действительных чисел, например, или рациональных. Ну, рациональных, если мы хотим иметь дело со счетными множествами, что иногда бывает удобно. Вот счетное множество, все рациональные числа, начиная с нуля, включая ноль, и кончая единицей, включая единицу. И отношение порядка. Здесь можно использовать тему компактности. Вот. Есть ли еще идеи? Можно взять формулу из прошлого упражнения и добавить, что для любого n натурального, точнее, не для любого, а то, что мы фиксируем n, и у нас будет такое верно для существовать модели из n-элементов. Ну, смотрите, значит, если мы вот возьмем эту формулу из предыдущего упражнения, то мы только что сообразили, что ее модель может содержать вообще один элемент. Если существует x1, x6, такое, что всякий y равняется x1 или так далее, x6, то эта формула верна, когда элемент просто один. Ну и когда 6, она верна, и так далее. А вот когда 7, она уже не верна. То есть, если элементов 7, то она будет неверной, потому что можно найти такие элементы. Нельзя найти такие элементы x1, x6, то всякий равен одному из них, потому что есть еще седьмой, всегда будет оставаться. Вот. Поэтому еще раз подумайте, что вы предлагаете. И писать в эту формулу вначале существует n, принадлежащий натуральному. Да, правильно. Это тоже хорошая идея, но этого как раз мы не разрешаем делать, потому что то, что вы сейчас предлагаете, это не одна формула, а это нечто такое странное. Ну, например, зададим себе вопрос, а чему равняется длина этой формулы? Ну, если использовать вот многоточие, которое здесь у меня стоит, ну, можно сказать, что длина этой формулы равняется там 15. Но многоточие мы использовать не можем. Мы хотим выписать, ну, то, что называется, конкретные формулы. Вот сколько в ней знаков дизъюнкции? Ну, там 4, 6, миллиард. Но это конкретная формула. Поэтому написать впереди, впереди вот, что у нас существует такое n, невозможно. Итак, вот остается такая задача. Да, значит, вот есть модель из n элементов для каждого n, а вот бесконечной модели нет. Ну, тут вот было соображение, что можно использовать теорему компактности. Ну, подумайте, давайте пойдем дальше, а вы оставите это тогда в качестве упражнения для своей работы самостоятельно или на упражнение. Теперь мы рассмотрим некоторые конкретные теории. Ну, помните, мы говорили, что теория может стать как список аксиом, из которых мы получаем какие-то выводы. И рассмотрим эти теории в основном в связи с упорядоченными множествами. Мы уже довольно много занимались упорядоченными множествами. Они у нас играли, как помните, важную роль в решении такой фундаментальной задачи, как сравнение
любых множеств по мощности. Мы рассматривали вполне упорядоченные множества, даже очень большие там, и так далее. Мы рассматривали упорядоченные множества, организованные в виде деревьев, помните лемму Кёнига и так далее. Но сейчас мы будем рассматривать линейные порядки. Что это такое? Ну вот давайте попробуем написать определение того, что такое линейный порядок, задаваемый двухместным отношением R. Попробуем это сделать. Давайте все вспомните на своих пишущих устройствах и на бумажке, или, может быть, даже на экране напишите определение того, что такое линейный порядок. Какие есть идеи? Ну, там три аксиомы есть. Транзитивность линейного порядка, линейность и, по-моему, антирефлексивность. Ну да, если у нас строгий порядок, то будет именно так, да. Вот, ну что. Вот, здесь, конечно, у нас появляется антирефлексивность. Ну, напоминаю, что порядки бывают строгие и не строгие. В данном случае мы имеем в виду строгий порядок, то есть, что элемент не меньше самого себя. Транзитивность, мы с ней сегодня уже сталкивались, а транзитивность – общее свойство порядка и эквивалентности, в отличие от антирефлексивности. Как раз в эквивалентности, как помните, нужна рефлексивность, а не антирефлексивность. Вот. Следующее свойство для линейности – это, как вы уже, видимо, написали все, это, ну, то, что называется еще греческим словом трихотомия, то есть разделение на три возможности. Это возможность, что одно меньше другого, или другое меньше этого одного, или что они просто равны. Это означает, что все выстраивается в цепочку. Почему в цепочку? Ну, потому что у нас вот есть транзитивность и рефлексивность. Значит, мы начинаем идти, получаем цепочку. Вот это линейный порядок. Модели этой теории, модели этих трех аксиом, это и есть линейные, то есть третий пункт порядки. Первый, второй. Ну, как это и принято, давайте дальше писать меньше вместо R. Ну, вот я сознательно здесь использовал именно символ R, чтобы показать, что можно по-разному записывать, но вот большое количество скобок затрудняет понимание, если мы, и кроме этого непривычность, что вместо символа такой повернутой, лежащей на боку галочки, мы используем какой-то там R. Вот, и мы так и будем дальше делать. Ну вот, давайте в качестве простенького упражнения сделаем вот что. Получим такое следствие этих аксиом. Напоминаю, что такое следствие, да? Нужно взять какую-то модель, где все аксиомы выполнены, и просто, рассуждая на обычном человеческом языке, показать, что в этой модели будет выполнено вот это самое следствие из аксиом. Да? Что здесь написано? Что неверно, что одновременно для каких-то двух объектов выполнено неравенство в две стороны. Что u меньше v и v меньше u. Да? Как это получить из этих аксиом? Ну, по транзитивности у нас получится, что u меньше u, а по антирефлексивности этого не может быть. Ну да, конечно. Спасибо. Ну, конечно, все, кто следят за ходом рассуждений, это сделали. Ну вот теперь рассмотрим некоторые частные случаи. Линейный порядок без наибольшего элемента. Ну давайте тоже попрошу всех написать, как написать аксиому, систему аксиом. Ну, на самом деле можно их объединить в одну аксиому, просто взяв конъюнкцию, очевидное соображение. Теорию для линейного порядка писали уже с дополнительным условием, что у него нет наибольшего элемента. Ну вот, получается такая конструкция. Опять-таки, первые три аксиомы мы просто переписали из определения линейного порядка и добавили последнюю. Ну вот здесь указана ее интерпретация. Для всякого у существует больше его v. Да? Значит, нет наибольшего. Все понятно. Ну вот обычные числовые множества, которые изучают уже в начальной школе, а дальше на других уровнях образования, они тут написаны в неестественном порядке. Обычно начинают с натуральных чисел, потом целые. Здесь идут рациональные, действительные, натуральные и целые.
Ну, а то, что это вот именно числа, а не просто буковка, скажем, R. Ну, видите, такие, есть такие шрифты в современных гарнитурах, как прозрачные такие буквы. Значит, модели этой теории, ну да, мы все помним, что да, действительно, все эти множества – это линейные упорядоченные множества, да, и что ни в каком из них нету наибольшего элемента. Давайте это вспомнили. Давайте двигаться дальше. Как доказать, что все модели этой теории бесконечны? Тоже несложное упражнение, все-таки требующее пару минут, чтобы сообразить, откуда возьмется бесконечность. Попробуйте это сделать. Ну, строго доказать. Интуитивно это, конечно, очевидно, но как именно из аксиом доказать, что модель будет бесконечной? Попробуйте. Какие есть идеи? Ну, запишем в порядке возрастания и применим четвертую аксиому. Ну, да. Ну, действительно, пусть там вот есть конечное количество, да, тогда можно было бы их записать в порядке возрастания. Они линейно расположены в силу аксиом. Ну, и дальше вот возьмем среди записанных самый большой и получим противоречие четвертой аксиомы. Да. Угу. Ну, да, спасибо. Действительно, мы с этим разобрались. Вот, теперь следующая важная для нас теория с разными интересными свойствами, которые мы еще обсудим, это плотный линейный порядок без наибольшего и наименьшего элемента. Давайте разбираться с этой фразой. Линейный порядок, ну, мы уже знаем, что это такое. И, наверное, даже не забудем еще. Довольно долго, много раз это повторяли. Без наибольшего и наименьшего элемента. Ну, без наибольшего только что смотрели на это. Ну и наименьшего. Ну, тоже, наверное, все легко это напишут. Что значит плотный? Какая у нас интуиция того, что такое плотное упорядоченное множество? Давайте подумаем, какие могут быть определения, и послушаем, какие будут идеи. Любых есть между ними. Да. Я давайте, перебил кого-то, вот, извините. Да, давайте тогда вот того, кого вы перебили. Очень простое свойство. Давайте, да? Мы, если есть два элемента. Давайте мы дадим ему возможность сказать. Да, ну, в общем, для любых двух элементов, допустим, U и V, найдется такой элемент W, такой, что он больше одного элемента и меньше другого. Да, спасибо. Тут как раз проскочил уже следующий слайд, и это оказалось написанным на экране. Ну да, просто плотно это и значит, что между любыми двумя объектами можно вставить еще один. Верно, да. То между ними обязательно найдется третий. Ну вот, для целых чисел, скажем, это не так. Между числами 3 и 5 найдется четверка, а вот уже между тройкой и четверкой ничего не найдется. Ну, это рациональных чисел всегда найдется. Да, между 3 четвертями и 6 седьмых что-нибудь можно ставить рациональное число. Ну, тем более действительных. Значит, вот как выглядит наша система аксиом. Неограниченная снизу и сверху. Фактически мы это уже обсудили. Ну, вот и плотность, и линейный порядок. Вот. Ну, какие примеры моделей для этого? Ну, все. Мы уже это упомянули, все быстро сообразили. И вот такая более сложная, более тонкая задача. Можно ли что-то добавить, чтобы отделить рациональные числа от действительных? И те, и другие являются плотным линейным порядком без наибольшего и наименьшего элемента, неограниченные ни сверху, ни снизу, да. И ну, как их различить? Ну, мы помним, как их различить. Рациональные числа счетные, а действительные несчетные. Поэтому один из идей такая. Нужно в систему наших аксиом добавить счетность. Но фокус в том, что наши аксиомы, они говорят только про числа, а не про универсум. Они ничего не могут утверждать про универсум в целом. Есть ли еще какие-то идеи? Давайте подумаем. Ну, аксиому полноты можно добавить, которая, собственно, в анализе была, что любые два множества разделимы точкой. Ну да, но вот как раз... Может... Да, еще какие идеи? Да. У меня была идея, может быть, просто записать там квадратные уравнения, существуют x, которые ему удовлетворяют, так, чтобы и эти корни были
нерациональны. Спасибо. Ну, давайте разберем кратенько, чтобы все-таки время у нас ограничено, обе этих идеи. Значит, первая идея состоит в том, чтобы сказать, для любого множества А и для любого множества Б, ну, такого-то и такого-то, там, скажем, элементы одного больше элементов другого, всегда найдется там точка между ними, да, вот это самое сечение. Ну, тогда, скажем, там, в рациональных числах есть сечение корень из двух, но корень из двух – это нерациональное число, как мы помним еще со школы. Поэтому вот если взять все точки больше, все элементы больше корень из двух, все меньше корень из двух, их нельзя рациональным числом отделить. Ну вот замечательно, это вот отделение. Но опять мы оказались в ситуации, когда мы говорим, там существуют два множества, там такие-то и такие-то. А у нас в нашем языке логики отношений, хотя говорится логика отношений, но отношения фиксированные. А говорить для любого множества или для любого отношения мы не можем. То есть у нас нет квантеров по множеству. И вот это очередное место, где мы про это ограничение на наш язык вспомнили. Можно рассмотреть язык, где будут квантеры по множествам или по отношениям. И это просто другая история. Может быть, мы в какой-то момент скажем несколько слов о ней. Но это другая история. Можно рассмотреть, наоборот, универсум, где все подмножества рациональных чисел – это объекты. Ну и там что-то у нас получится. Но у нас универсум – именно курациональные числа. Я думаю, что это понятно. Теперь вторая идея, которая была высказана, что если бы у нас в языке были, например, сложения и умножения, ну вот добавили бы туда еще вот эти, значит, там трехместное отношение для сложения, трехместное отношение для умножения, можно сконструировать любое уравнение и дальше сказать, что вот в рациональных числах нету корня из двух. Да, это правильная история, и она, эта формула действительно отделяла бы рациональные числа от действительных. Но тоже довольно замечательно следующее. Вот если мы добавим некоторые аксиомы вот про сложение, умножение, про там, уравнение и так далее, и, например, все уравнения будут иметь решение, то как вы думаете, вот у всей этой системы аксиом, у которой, которая устроена как действительные числа, то есть, ну, примерно понятно, о чем идет речь, то будет ли у этой теории помимо модели действительных чисел, еще счетная модель? Я думаю, что будет рациональные числа и радикалы. Ну да, ну не совсем. Слово радикалы тут не совсем точно используется. Ну так или иначе, корни для всех уравнений. Да? Ну вот для тех, для которых есть действительные корни, мы можем потребовать, чтобы это называется алгебраические числа. То есть если добавить например, к рациональным числам добавить все алгебраические числа, это будут комплексные числа, но вот все комплексные алгебраические числа – это на самом деле такая счетная структура, ну, потому что всякое число задается своим уравнением, там, ну, и еще чем. Вот. И уравнение с целыми коэффициентами – счетное количество, поэтому структура будет счетная. И вот тут уже нам не удастся отделить действительные числа от алгебраических. Следующая ситуация – это дискретный линейный порядок с наименьшим и без наибольшего. Ну, я не буду здесь предлагать вам придумать, что такое дискретный. Давайте просто разберемся в тех аксиомах, которые у нас есть. Да? Значит, ну, а про линейность наименьшей мы уже знаем, как написать, что нет наименьшего. Ну, а в данном случае есть наименьший, и этот наименьший обозначается нулем. Вот у нас есть просто отдельное имя для объекта. И вот ноль – это самый маленький элемент в нашем порядке. Ну, мы уже встречались, конечно, много раз в этой ситуации. Да? Теперь дальше можно определить понятие следующего элемента. Ну, как это определить? Словами писать это довольно легко. Значит, надо просто взять
элемент такой, что между ним и нашим элементом, между этими двумя объектами, ничего нет. И это означает следующее. Второе, что нам нужно, это на самом деле еще понятие предыдущего. Вот я напомню, что когда мы рассматривали вполне упорядоченное множество, то у нас всегда был следующий элемент, но не всегда был предыдущий. Когда не было предыдущего, наверное, все могут вспомнить, какое слово мы при этом использовали. Это предельные ординалы у предельных элементов, у предельных чисел, у предельных объектов не было предыдущего. Ну вот. Но в данном случае нам хочется, на самом деле, как открою секрет, описать просто натуральные числа. Ну, в какой степени это получится, это отдельный вопрос. Но, по крайней мере, предыдущий тоже понятно, как описать. Ну, опять-таки, между предыдущим и данным ничего больше нет. Дискретный, линейный порядок с наименьшим без наибольшего вот здесь описан. Обратите внимание, что про наименьшее мы здесь написали, что ноль есть, но не написали то, что нету наибольшего. Почему? Ну, наверное, потому что можно это доказать. Да? Как доказать, что у нас нету наибольшего элемента? Давайте немножко подумаем на тему. Извините, а можно вопрос по аксиомам? То есть следующий имеется в виду, существует следующий, существует предыдущий для любого, да? Да, да. А, ну и конечно. Второй тогда следует, получается, это? Ну, конечно, да. Значит, мы говорим, что для всякого, ну, скажем, числа существует такое V, что оно его больше. Мы уже это написали, да? А кроме того, что еще между ними ничего нет. Вот. Ну и, соответственно, это означает действительно, что у нас нету наибольшего. Правильно. Вот. И теперь, ну вот, если мы попытаемся представить себе, в чем смысл всех этих аксиом, всех этих утверждений, всех этих высказываний, ну, начнем как-то рисовать какую-то картинку, представим себе вот такой смысл каждого из этих утверждений. И с другой стороны, вопрос о том, какие бывают модели у всех этих утверждений, если взять их все вместе, это то, что называется обычно денотатом. Что может обозначать этот объект? Ну, в этом смысле полезно представлять и в рамках логики, и теории модели разницу между смыслом и денотатом. Ну, обычно приводится пример типа того, что сегодняшний король Франции. Смысл этого есть. Мы понимаем, что такое Франция, мы понимаем, что такое король, каковы его там функции и так далее. Но денотату этого нет. Такого объекта, который был бы, удовлетворял бы этим условиям, король Франции сегодня не существует. В этом различие между смыслом и денотатом. Следующее важное понятие для нас – это понятие… Я вот что-то не понял. В чем проблема с французским королем? В смысле… У них сейчас уже не монархия. А, в этом смысл? Понятно. Изоморфизма. Ну, конечно, вы встречались с этим понятием в своих курсах алгебры, скажем. Но сейчас это понятие будет в самом общем виде. В нашем курсе мы говорили об изоморфизме множеств. Ну, взаимнозначное соответствие. Множества, которые изоморфны, они были у нас оказывались равномощными. И мы, как помните, доказывали замечательную теорему Кантора-Бернштейна о том, что если одно множество вкладывается в другое, другое в первое, то они равномощны. Между ними можно установить взаимнозначное соответствие, то есть изоморфизм. Но теперь мы определим понятие изоморфизма структур. Понятие это имеет смысл тогда, когда у двух структур имеются одинаковые сигнатуры. Ну, как две группы, да? Помните, вот, что такое группа? И бывают изоморфные группы. Ну, вот у них для этого должны быть для этих структур одинаковые сигнатуры. Один и тот же список символов для той и другой структуры.
Теперь дальше, что такое структура? Это значит, что все элементы сигнатуры получили какие-то значения в одном универсуме и в другом универсуме. Вот когда будет изоморфизм? Ну, очень просто. На самом деле определение, которое, очевидно, использовалось, повторяю, в теории групп в других ситуациях, означает, изоморфизм – это взаимное однозначное соответствие, как в ситуации множеств, такое, что при этом соответствии единица, скажем, переходит в единицу, обратное переходит в обратное, и произведение переходит в произведение. Ну вот сейчас я это описал словами. Ну, как в других случаях, вот наши словесные конструкции, которые мы используем на лекциях, можно перевести в формулы. Ну, в данном случае вот я просто для упражнения в значках написал в квадратных скобках полностью это определение. Вот видите, здесь завершается для любого вектора объектов из первого универсума. Если мы возьмем значение какого-то символа отношения, какого-то имени отношения, и применим к этому списку объектов, то получим истину или ложь тогда и только тогда, когда, применив значение во втором смысле этого имени к образу А при отображении пси, мы получим тогда же истину или ложь, как и для самого А. Несложное упражнение. Изоморфная структура положительных и всех рациональных чисел с порядком. Значит, положительные числа, то есть, понятно, числа больше нуля рациональные, и все рациональные числа. Изоморфны они или нет? Ну, как вы думаете? А можно вот вопрос еще по определению? Вот здесь для каждого... Да. Квантор, например, нельзя Слушаю. Да, вот получается, вот здесь мы говорим для каждого имени отношения. Квантор мы не можем писать, да? Ну, конечно. То есть имеется в виду, мы все вот их выписали в столбик, да? Ну да, это то, что мы сейчас говорим, это называется, так сказать, метаматематикой. То есть мы, когда говорим про математические объекты, этим объектом являются и формулы, и действительные числа, там, и так далее, и знаки для отношений. Но вот сигма, это сигнатура, это действительно выписанный список. Ну, сначала запишем имена для объектов, потом имена для отношений. И вот мы берем, значит, есть взаимозначное отображение, то есть мы говорим такой объект в математическом мире, пси, взаимозначное соответствие между D1 и D2. Да, и дальше мы берем, значит, тут имеющие имя, на самом деле, надо сказать, ну да, в M1 и в M2. Так? Нет, берем, ну да, берем объект D1, имеющий имя, объект с тем же именем D2 и так далее. Значит, да, мы говорим для любого имени, просто потому, что это у нас уже в математическом мире такие два объекта. Один объект – универсум первый, сигнатура и значение, сопоставляющее там и так далее. Второй объект в математическом мире – это универсум D2, сигнатура – та же самая, и значение другое. Естественно, тому же самому символу мы обозначаем, мы даем другое значение. Ну вот в этом смысле определение словесное, оно довольно простое, интуитивно понятное, определение, записанное в виде формул, ну, вызывает несколько больше вопросов. Понятно или нет? Ну, будем считать, что понятно. Да, понятно. Да, и вот простое упражнение. Изоморфная структура положительных и всех рациональных чисел с порядком. Какой ответ? Изоморфный. Почему? Какой это изоморфизм? Ну, мы можем переместить 0 в единичку, все, что идет после нуля у всех рациональных, поместить за единичку, а все, что меньше нуля, домножить на минус 1 и разделить единицу на вот это вот. Ну да, то есть взять кусочек гиперболы и ее использовать для взаимозначного отображения, там, вот. Или это не гипербола. В общем, так или иначе, значит, отобразить отрезок, интервал от нуля до единицы во все числа. Да.
Верно. Вот. Значит, я еще хотел вот на что обратить внимание. Ну, сейчас дойдем до этого. Ну, следующий вопрос чуть более сложный. Это такая задача, которую мы еще попробуем решить. Изоморфны ли две любые счетных модели вот той системы аксиом? Давайте просто на нее еще раз посмотрим. Вот. Плотный линейный продукт из наибольшего и наименьшего элемента. Видите, у нас было вот просто несколько аксиом. И дальше вот есть разные модели. Ну, вот модели бывают QR, да, видите. Вот. Возьмем теперь среди моделей этой системы аксиом, этой теории, только счетные. Ну, там были действительные числа и рациональные. Они, ясно, не изоморфны, да, просто мощности разные. Ну вот, а возьмем теперь счетные модели вот для этой теории. Линейно-упорядочные без наибольшего, наименьшего элемента и плотные. Могут ли они быть обязательно изоморфны, или можно придумать разные модели неизоморфные. Ну, соответственно, есть задача и про действительные числа. Ту же самую теорию берем уже мощности действительных чисел, несчетной мощности, да, и смотрим, могут ли они оказаться неизоморфными. Ну вот, это не упражнение, это задача, над ними можно сейчас немножко подумать, поразмышлять, но решить их потом отдельно. Ну, впрочем, если у кого-то сейчас есть готовое решение, то мы, конечно, его послушаем. Как есть идеи? Ну, тогда пока идей нет. Наверное, две любые счетные изоморфны. Мы можем задать минимальный, максимальный, поскольку у нас есть порядок следующего, мы для каждого следующего можем подставлять следующий из другого множества. Понятно. Ну, это идея продуктивная, но она немножко про другое. Значит, я хотел тут попутно еще сказать следующее. Вот мы пишем букву гамма, я пока его не использовал, но на экране она все время появлялась. И дальше мы разные теории обозначали гамма с индексами. Вот гамма с индексом Q – это теория, состоящая там из там, четырех, кажется, аксиом. Да? Это линейный, плотный линейный порядок без наименьшего, наибольшего элемента. Вот. То есть это, так сказать, структуры, похожие на рациональные числа. Похожие в том смысле, что там верны четыре аксиомы. Вот. А есть несчетные множества, действительные числа, тоже похожи на рациональные, в том смысле, что они удовлетворяют той же системе аксиом, которая обозначает у нас гамма Q. Я вас перебил. Какой был вопрос или замечание? Да, я что-то вроде сказал вам, что минимальные, максимальные элементы есть, а вроде нет. Ну да, конечно. Это вы сказали скорее там про какую-нибудь другую ситуацию. Конечно, минимальных, максимальных нету. Ну и дальше можно придумать, как устраивать там изоморфизм. Если этот изоморфизм получится всегда, ну замечательно, значит, доказали. Если не получится, мы где-то найдем, что не так. Ну вот сейчас мы этим заниматься не будем, пойдем дальше. Ну вот мы разобрали достаточное количество, 4, кажется, разных теорий. Еще у нас фактически была теория эквивалентности. Структуры. Ну вот и некоторые структуры довольно очевидно являются моделями теории, но тем не менее там неизоморфны. В других случаях неизвестно, есть ли неизоморфные модели и так далее. Это отдельная наука. Одна из важных областей вот всей теории модели, которой мы и занимаемся. Ну, теперь некоторые общие определения. Значит, если у нас имеется структура M, ну, M тоже от слова модель, конечно, потому что она будет играть роль модели, то можно рассмотреть теорию этой структуры как множество всех высказываний, которые истинны в этой структуре. Это теория структуры. Ну, например, теория порядка рациональных чисел – это просто все те высказывания, которые истинны в рациональных, упорядоченных рациональных числах. Ну, понятно, что их бесконечное множество. Ну, также понятно, что их будет там счетное множество, потому что вот разных высказываний, цепочек, где используется только символ порядка, конечно, будет только счетное количество. Итак, это первое определение. Второе определение
естественно возникающая из первого, это теория класса структур. То есть множество высказываний истинно в каждой структуре класса. Смотрите, скажем, для рациональных чисел есть теория порядка рациональных чисел. Для натуральных чисел есть теория порядка натуральных чисел. Но рассмотрим теперь те утверждения, те высказывания, которые истинны и там, и там. И в натуральных числах, и в рациональных. Больше ли их будет, чем в первом множестве, чем во втором? Ну, давай. Понятное определение. Значит, может ли кто-то высказаться на эту тему? Ясно ли определение теории одной структуры, теории класса структур? Повторите, пожалуйста, если не сложно как-то. Угу. Оно написано на экране. Давайте посмотрим. Значит, вот до этого мы говорили о ситуации, когда некоторая структура является моделью для теории. Вот. Сейчас у нас ситуация в некотором смысле противоположная. Мы берем какую-то структуру, например, некоторое упорядоченное множество. А дальше смотрим, что верно для этого упорядоченного множества. Вот что верно для натуральных чисел с порядком. Ну, верно, например, что есть наименьший элемент. Да? Верно, что за каждым идет следующее. Там, ну, можно придумать много других формул, которые там верны. Ну, например, если... хорошо, не буду придумывать, чтобы не сэкономить время, но есть там элемент, например, находящийся через 3 от данного. То есть ну, следующий за следующий за следующим после данного. Ну и множество других. Или, например, что есть такие два элемента, между которыми ничего нет. Ну вот, все это утверждение из теории порядка натуральных чисел. Дальше. Следующее определение – теория класса структур. Рассмотрим и натуральные числа, и целые числа. Рассмотрим, какие утверждения верны и там, и там. Ну, бывает так, что что-то верно в натуральных числах, а в целых неверно. Или наоборот, что-то в целых верно, а в натуральных неверно. Вот тогда мы его в теорию класса из двух структур, целых и натуральных, не включаем. Ну, сразу скажу, что на этом слайде говорится вот о, значит, классе, о теориях и структурах. Ну, и здесь вот этот символ TH с индексом M – это теория от английского слова, теория структуры M. А дальше еще используют TH, а в скобочках M. Ну, это то же самое. То есть здесь, можно сказать, некоторая небрежность. Иногда я писал M-модель, структуру в виде индекса, а иногда в скобочках. Так, теперь все стало понятно или только хуже? Да, теперь все ясно. Хорошо, спасибо. Спасибо. Понятно, что... Вот этот класс меньше. Структур, он конечный? Нам нужно, чтобы это рацион. Нет, любой класс. Любой класс, и это важно и интересно. И класс структур, там, например, неизоморфных, для данной теории может быть конечным, может быть бесконечным. Вот. Ну, а теория, она всегда бесконечна. А теория всегда – это значит, множество формул. Если у нас имен счетное количество, множество формул будет счетное, и там всегда будет бесконечное множество, просто потому что можно, например, 100 раз повторить одно и то же утверждение, и это будет новое утверждение. Было верно, для натуральных верно. Вот это и будет теория класса из двух элементов. Рациональные числа и натуральные. Ну, общее определение. Пусть у нас M маленькая, в отличие от M большого, это класс структур, а фи маленькая – это теория. Каковы могут быть соотношения между этими объектами? Мы можем из каждого класса структур, сигнатура у нас фиксирована. Я это тут не сказал, но конечно, можно по-разному рассматривать, но мы рассматриваем ситуацию, когда сигнатуру мы уже зафиксировали, тем самым язык фиксирован. А вот множество высказываний, которые будут истинными, они уже разные будут. Так вот, теория класса структур
m – это вот множество, о котором мы говорили. Ну и, соответственно, для теории фи можно рассматривать множество всех моделей, класс всех моделей. Ну, это вот мы уже сталкивались с этой ситуацией. Тогда, ну, довольно очевидно, но тем не менее на эту тему подумайте, что если у нас есть некоторый класс моделей для фи, и мы возьмем теорию от этого класса, то она будет включать в себя фи. Значит, еще раз, если мы берем не все модели для фи, а только некоторые, и берем теорию, то теория будет не меньше, чем фи, если мы из модели переходим в теорию, то получается не меньше, чем фи. Ну вот такое соответствие между классами чего-то называется соответствием Галуа. Ну, когда-то вот Иварис Галуа, который фактически открыл понятие там, группы и многие другие понятия, и выстроил в своих небольших заметках, которые, конечно, не были буквально детальным математическим построением, но из которых было потом восстановлено другими математиками, там, Абелем. Теория, то, что называется теория Галуа, это вопрос, который он изучал, это вопрос о корнях алгебраических уравнений. Ну вот, некоторая интерпретация того, что там возникает, была в нашей лекции, относящейся к теории действительных чисел. Ну вот, так вот это соответствие такое, что включение с одной стороны преобразуется в включение в другую сторону, называется антимонотонным соответствием Галуа. Ну, теперь центральное понятие нашей лекции сегодня. Так, эта вещь относительно была простая, но тем не менее тоже стоит к ней вернуться. Значит, понятно ли, о чем идет речь? Речь идет о том, что мы фактически обсуждали. Когда мы берем больше структур, то теория у них уменьшается. Понятно ли это? Да. А когда мы берем больше утверждений, то структур моделей становится меньше. Ну да, это тоже понятно. Понятно. Да, мы накладываем больше условий, тогда там, где это верно, становится поменьше. Ну и наоборот, если мы расширяем класс моделей, то множество, значит, утверждений сужается. Классами чего-то называется соответствием Галуа. Ну, когда-то вот Иварис Галуа, который фактически открыл понятие там, группы и многие другие понятия, и выстроил в своих небольших заметках, которые, конечно, не были буквально детальным математическим построением, но из которых было потом восстановлено другими математиками, там, Абелем, теория, то, что называется теорией Галуа, это вопрос, который он изучал, это вопрос о корнях алгебраических уравнений. Ну вот, некоторая интерпретация того, что там возникает, была в нашей лекции, относящейся к теории действительных чисел. Ну вот, так вот это соответствие такое, что включение с одной стороны преобразуется в включение в другую сторону, называется антимонотонным соответствием Галуа. Ну, теперь центральное понятие нашей лекции сегодняшней, это понятие элементарной эквивалентности структур. То есть понятие элементарной эквивалентности, ну, формулируется очень просто. Это просто совпадение теорий. Значит, две структуры, имеющие одну и ту же теорию, может быть, изоморфные, может быть, неизоморфные, называются элементарной эквивалентными. Ну, естественный вопрос такой. Будут ли изоморфные структуры элементарно эквивалентны? Ну, подумайте немножко на эту тему. Мы видим, что... Какие тут есть соображения? Ну да, изоморфные структуры будут эквивалентны. Ну да, это вот эта самая индукция. Ну, вроде бы те, кто, так сказать, следят, они понимают, что мы уже несколько раз делали вот такие рассуждения, индукции по строению. Значит, нужно взять атомные формулы. И, значит, ну вот для атомных формул у нас будет нужно проверить, что истинность в одной структуре, истинность в изоморфной – это одно и то же. А дальше, ну, а это как раз определение изоморфизма, на самом деле. Изоморфизм – это как раз эквивалентность атомных формул. А дальше мы начинаем над атомными формулами строить любые формулы, там, в любой
в любом контексте мы устанавливаем соответствие между контекстами, ну и так далее. Вот, ну пойдемте дальше. На самом деле факт такой достаточно очевидный, но в то же время точные доказательства этого факта требуют вот ту самую индукцию по построению формул, любых формул, не обязательно высказываний. Ну, так обычно и бывает во всех наших доказательствах, когда мы работаем с индукцией, то поскольку по ходу индуктивного построения формулы используются формулы, содержащие свободные переменные, то нам приходится в индуктивных рассуждениях использовать их тоже. Но для этого всегда используется контекст, который фиксирует значение этих самых переменных, и удается нам выстроить все доказательства, делая формулы как бы замкнутые, фиксируя значение свободных перемен. Если идти дальше, то следующий вопрос, конечно, такой. Не напрасно ли мы придумали еще одно определение? У нас есть понятие изоморфизма, затем нам нужна еще элементарная эквивалентность. На самом деле нет. Можно на эту тему высказать разные соображения. Но вот подумайте, можно ли придумать эквивалентные структуры неизоморфные? Это попроще. Ну и более сложное упражнение. Можно ли придумать эти структуры, чтобы они были одной мощности, были бы элементарно эквивалентны, но не изоморфны. Вот. Ну, тоже можно это обсудить. Для этого нужно описать просто соответствующую теорию. Да? Но это может быть делом не таким простым, и мы еще к нему вернемся. Следующее для нас важное понятие, ну, чуть более сложное и тонкое, чем элементарная эквивалентность, это элементарная подструктура, элементарное расширение. Здесь, видите, у нас есть такое слово «элементарное». Я, пожалуй, что поясню, что оно означает. Можно его понимать так, что в нашем языке мы говорим только об элементах наших множеств, но не о подмножествах. Там возникают другие понятия. Вот мы уже немножко об этой ситуации упоминали. Вот. И с этим представлением связано и вот что. В нашем языке мы могли бы использовать, опять-таки, переменные для подмножеств. Мы этого не делаем. И вот тот факт, что мы этого не делаем, он описывает словами, что наш язык элементарный. Это не имеет отношения к знаменитому сериалу «Элементарно». Это я пояснил слово. Теперь формальное определение. Во-первых, определение подструктуры. Когда М1, одна структура, является подструктурой другой структуры М. Но когда универсум у М1, может быть, сократился, когда значение тех имен для объектов, которые у нас были, их все значения остались в этой подструктуре. То есть ни одно из имен не угодило снаружи от нее. И отношения, которые у нас определены на большем универсуме, в подструктуре можно просто рассмотреть ограничение этого отношения на меньший универсум, ну и это ограничение будет совпадать со значением соответствующего имени. Да, значит, то же самое имя используется, а вот его значение там оказывается, так сказать, суженным, ну и имеет то же самое значение, которое было на всем множестве, на всем универсуме. Понятно ли это определение, что такое подструктура? Ну, вроде да. Вроде да. Ну, да, мы взяли, например, из натуральных чисел оставили только четные. Вот будет подструктура с отношением порядка. Вот. Это довольно простое определение. Ну, например, что такое подгруппа, да? Это значит, что у нас содержится ноль и, скажем, содержится обратный элемент. Но это значит, что у нас вот на подгруппе выполнены те же отношения, которые взять обратно, на которые были выполнены на больше. Теперь вот главное понятие этого слайда – это понятие элементарного расширения. Значит, если М1 – элементарная подструктура в М, то требуется одно дополнительное условие, что не только для самих исходных отношений будет одно и то же значение,
но и для любой формулы. Эта формула, если мы рассмотрим эту формулу на элементах подструктуры, на подуниверсуме, так сказать, то значение формулы будет одним и тем же. Чем это отличается от предыдущего? Ну вот чем. Можно рассмотреть частный случай, когда у нас, связанный как раз с теорией Галуа, когда у нас имеется решение какого-то уравнения, тогда вот в структуре М1, рассматривая вопрос о решении уравнения, мы получаем следующее. Если уравнение имеет решение для М, а параметры взяты из меньшей структуры, то тогда это решение будет и внутри этой самой подструктуры, внутри структуры М1. Вот это и значит подструктура. Ну и простое упражнение – это то, что наша большая структура и маленькая будут эквивалентны, будут элементарно эквивалентны. Подумайте, почему. Вот, ну это действительно просто. Нужно просто еще раз прочитать определение, какие есть соображения. Ну, в большой и маленькой структурах, получается, совпадают те формулы, которые истинные, а это и означает, что теории совпадают, то есть они эквивалентны. Ну да, ну совершенно правильно. Просто наше определение элементарного расширения, оно использовало также, вот так сказать, ну параметры. Видите, мы брали не замкнутые формулы, не высказывания, а брали формулы, где есть переменные. Ну и дальше вот мы говорили, что вот значение формулы, когда мы берем только из маленькой структуры, не зависит от того, существует большая структура или нет. А в чем может быть вообще проблема? Ну, в том, что в этой формуле φ есть множество переменных, других связанных, там, множество квантеров и так далее. И вот те квантеры, которые там имеются, это квантеры по всему множеству универсуму для M, то есть по универсуму D. Вот. И поэтому совсем не очевидно, что эта же формула на тех же параметрах окажется верной в М1. Ну вот, но эквивалентность действительно имеет место. Ну и задача, которая более сложная, мы сейчас не будем ее решать, но мы увидим, как обстоит дело в дальнейшем. Возможно ли, что имеется подструктура, которая эквивалентна, но не является элементарной подструктурой? Вот. То есть эквивалентность есть, а вот то, что я говорил про поиски элемента, их нет. Ну вот эти соображения про поиск элементов по структуре для того, чтобы решить какое-то уравнение, являются основным содержанием такого критерия Тарского-Ворта. Ну вот про Тарского мы уже упоминали, такой польский, потом американский математик. Ну вот, а Роберт Ворт, он всю жизнь прожил в Америке и просто в Калифорнии вместе с Тарским одно время работал. Итак, критерий элементарной эквивалентности состоит в следующем, что два условия эквивалентны. Не очень удачно здесь снова встречает слово эквивалентность. Ну, ничего, мы это как-то переживем. А значит, что М1 – это элементарная подструктура структуры М, ну, с одной и той же сигнатурой и так далее. И с другой стороны, какую бы формулу φ мы ни взяли, если в ней есть параметры x и неизвестные y, вы помните, как тоже у нас было в действительных числах, если мы можем найти решение уравнения, то есть выполнить формулу φ для значения параметров вектор А и конкретные элементы B, которые мы берем в большом универсуме, то мы можем найти какой-то b-штрих в меньшем универсуме, так что эта формула окажется истинной, окажется выполненной. Понятно, да? Значит, элементарная подструктура – это когда для любой формулы истинность в большей структуре и в меньшей эквивалентна. А здесь мы говорим о такой специальной ситуации, когда если нашлось, если существует b в большой структуре, то существует B для той же самой формулы, а в маленькой структуре. Вот. Значит, я сейчас прошу всех сосредоточиться. Это последнее, что мы сегодня будем обсуждать. И более того, видим, мы даже сегодня доказывать
эту теорему не будем, а ну, это вот планировалось как главная вещь, которую мы сегодня сделаем, докажем. Мы, конечно, в каждой лекции стараемся что-то доказать, но вот сегодня нетривиальных результатов не было, были простые рассуждения. Но понять его, этот критерий, конечно, очень стоит, и сейчас мы его поймем, ну и, может быть, даже пытаемся в одну сторону доказать. Итак, чем отличается вот этот критерий от определения элементарной подструктуры? Значит, вот посмотрите, что можно сказать. Вот, значит, в определении говорилось, что всякая формула, если мы будем брать только элементы из D1, она эквивалентна той же самой формуле, рассмотренной на структуре M, M1 и M, 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 M1. Да, мы рассматривали две структуры, одна лежит внутри другой, является подструктурой. Дальше брали формулу со свободными переменными и брали эти переменные только из меньшей структуры, из подструктуры. И выяснялось, что одна и та же формула в равной степени истинна и в большой структуре, и в меньшей. Вот. И это то, что здесь обозначено цифрой 1. М1 – элементарная подструктура структуры М. А вот что обозначено цифрой 2? Здесь мы среди всех переменных выделяем длинный набор x и выбираем одну переменную y. И дальше говорим, что мы берем, подставляем вместо x набор a из маленькой структуры. Вот. И так случилось, что какое-то b найдется в большой структуре. И тогда найдется b в маленькой структуре. Так, есть ли вопросы по формулировке? Нет. Вопросов нет. Что может означать, что она поставила нас всех в тупик? Ну вот, значит, ну вот, тем не менее, можно попытаться доказать этот критерий. Ну вот, поскольку говорит, что два условия эквивалентны, то доказательство должно содержать как бы две части. Мы должны доказать, что из 1 следует 2, из 2 следует 1. Ну вот, есть ли какие-то идеи про то, как, например, из 1 получить 2. Значит, поскольку идей нет, то я так понимаю, что это правильный момент, чтобы нам остановиться вот сейчас и действительно просто следующую лекцию начать с этого критерия. Мы прошли довольно много материала, в основном это были на этой лекции определения вот, и конкретные примеры. Вот это было самое главное. Чем мы занимались? Мы занимались тем, что мы называем теорией. Да? Что такое теория? Теория – это множество формул. Ну, причем формул замкнутых, без переменных, то есть высказываний. Да? Вот. Для этой системы высказываний можно сказать, что это некоторые аксиомы. И дальше мы смотрели модели для теории. То есть такие структуры, где выполнены истины все эти высказывания. Ну, вот это было такое соответствие. Дальше в какой-то момент мы начали говорить о том, что для системы структур можно рассмотреть теорию этой системы, этой совокупности, этого класса структур. Теорию такую, что все, для всех этих структур эта теория верна. Вот. И дальше мы рассмотрели понятие элементарной эквивалентности –
Ну, просто две одинаковых теории у двух структур. И рассмотрели более тонкое понятие. Это понятие значит, элементарного расширения. Вот, значит, ну, вот можно даже к нему еще тут вернуться. Вот. Мы рассматривали понятие элементарного расширения. То есть мы внутри большой структуры выделяем подструктуру. Вот. Сигнатура у них одинаковая. Подструктура требует, чтобы имена всех элементов сигмы, всех имен объектов, давали бы одно и то же внутри этой самой подструктуры. А значит, отношения, ну, да, меньшей структуры были бы просто ограничениями отношений на большую структуру. Ну, вот пример, который я приводил, возьмем там среди всех натуральных чисел, например, четные или простые. Ну, тогда отношение на них будет просто ограничением на четные или простые вот всех отношений порядка. Ну вот, ну а значит, в моем примере с простыми у нас получается, что значением для нуля в четных числах у нас есть подструктуры, а вот ноль простым числом не является. Поэтому простые числа подструктуры не оказываются. Ну вот, если у нас ноль является элементом сигнатуры. Ну вот, теперь главное определение на этом предшествующем слайде состоит в том, что мы требуем, чтобы монет было, во-первых, под структурой, а во-вторых, чтобы, вот, взяв уже формулу с некоторыми переменными, и если мы подставляем в эту формулу значение из подструктуры из М1, то тогда получаем эквивалентность истинности в большой структуре и в меньшей. Вот. Ну вот это было главное определение, и дальше мы сформулировали критерий. Ну и вот в следующий раз мы напомним определение, и этот критерий тоже докажем. Критерий состоит в том, что мы берем, так сказать, некоторую формулу с параметрами, и дальше, если для нее имеется решение в большой структуре, то это решение можно найти уже в меньшей структуре. Ну вот на этом тогда мы заканчиваем. Я записал более длинную лекцию, но мы сейчас ее аккуратненько, наверное, отрежем, конец подредактируем, и это просто весь материал перейдет в нашу следующую лекцию. Ну, то же самое мы сделаем и со слайдами. Мы презентацию сократим и перенесем ее просто в следующую презентацию. Все, спасибо большое. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания, спасибо. Спасибо, до свидания.